Дверь помещения привалила краном. Лезть было опасно. Сверху лилась вода. Мелькнула мысль «не надо». И пошла вытесненная другой. А жить потом сможешь, если он здесь окажется, и к этому времени еще не получил смертельную дозу. Не было там Ходымчука, тело его так и не нашли. Погребен под бетоном и металлом. А вот Валерий Перевощенко, видимо, там получил летальную добавку. Его облило водой, и умер он не от большой дозы облучения, а от традиционных ожогов кожи. И тут у меня наступил спад, полная апатия. Так, видимо, я отсутствием конкретной сиюминутной задачи. Больше не видел ничего полезного. Сделали мы все возможное и сделали правильно. Нет у меня уверенности по вентиляции, и сейчас не знаю, как было бы лучше всего. Тогда я распорядился отключить вентиляцию 4-го блока и включить в машинном зале 3-го блока всю приточную вентиляцию, чтобы предотвратить распространение грязного воздуха с 4-го блока. Да, он и на улице был грязный, пускай умные люди сообразят. В суде эксперт то ли от гражданской обороны, то ли от здравоохранения обвинил меня в неправильных действиях по вентиляции. Да, этот деятель обвинил меня и в нарушении должностной инструкции начальника смены станции. Как бы это я нарушил ее, не являясь начальником смены. Меня позвали к телефону, Брюханов. Не помню, о чем говорили, кажется, и не говорили, он сказал: «Приди в штаб гражданской обороны». Забрал с собой 3 диаграммных ленты, 2 с записью мощности реактора и по давлению в первом контуре. Помылся под душем. Согласно правилам, сначала прохладной водой, уж потом горячей. В бункере много людей, станционных и незнакомых. Увидел Володю Бабичева, начальника смены блока. Около 3 часов я Акимову сказал, чтобы он вызвал себе подмену. Он и вызвал. Спросил у Бабичева, почему здесь. Он ответил: «Не пускают. Пойдем». И Бабичев ушел сменить Акимова. К сожалению, Саша остался на блоке и после подмены. Пошел в следующее помещение бункера. Директор Брюханов, и всегда-то не больно разговорчивый, молчалив, ни о чем меня не расспрашивал. Я сел, разложил диаграммы и показал набросы мощности давления. Притом сказал: «Какая-то неправильная реакция СУС». Все, больше я ничего не говорил. Брюханов подавлен, молчит. К столу подошел полковник каких-то войск. Начал спрашивать директора о разрушениях для доклада начальству. Сколько метров квадратных кровли и что-то там еще. «Мои слова пишите. Разрушен 4-й блок». Полковник высокомерно проигнорировал. Неудержимо потянуло на рвоту, выбежал из бункера наверх, где Царенко помог сесть в машину скорой помощи. И больница на долгие полгода. И еще одна работа на 4-м блоке была выполнена 26 апреля, так сказать, экспромтом. Остальное делалось уже по плану. На станцию главный инженер Фомин прибыл позднее других, в 4-5 часов, а лучше бы еще на несколько часов позже. И решил организовать подачу воды в реактор. Зачем через столько-то времени после взрыва? Не знаю разговоров Брюханова с Акимовым и были ли они, но от меня директор не требовал ничего. Да и что тут требовать? Ясно же, реактор я знаю лучше его, и раз нахожусь на блоке, то сделаю все возможное. Фомина 26 апреля я не видел, по телефону не разговаривал, и организацию подачи воды в реактор начали после моего ухода, иначе бы я сказал о ненужности затеи. Операция бесполезная, даже вредная, и дорого обошлась. То, что из Москвы спрашивали, охлаждается ли реактор, естественно для реакторщиков. При аварии это основа основ. Да ведь из Москвы не видно фактического положения. Что операция бесполезная, мне кажется, я объяснил достаточно понятно, а специалистам я объяснять не надо. Что операция вредная, это выяснилось через несколько часов подачи воды. Вода из-за разрушения трубных коммуникаций до реактора, да и не было его реактора, не доходила и начала растекаться по помещениям 4-го и других блоков, разнося радиоактивную грязь. Конечно, прекратили, но операция эта нескольким человекам стоила тяжких телесных повреждений. Топтунову, Акимову и Ситникову стоила жизни. Ситников после осмотра блока, где он, конечно, получил большую дозу, но отнюдь не смертельную, конечно, понял, что реактор разрушен, о чем и доложил. На крыше он не был и на реактор сверху не глядел. Была у них попытка выйти на крышу, но металлическая дверь оказалась на замке. Не смогли. А то бы и Коваленко с Чугуновым постигла та же горькая участь. Не могу понять, почему Ситников, уже зная о разрушении реактора, принял участие в затее по подаче воды. Там он и получил совсем ненужную добавку.
Но другие-то участвовали, еще не зная о разрушении реактора. Толя человек дисциплинированный, и для него изречение «приказ начальника – закон для подчиненных» было несомненно. Топтунов был с блока отправлен вместе с Киршенбаумом, и не вернись он на блок, получил бы минимальную дозу без каких-либо практических последствий. Когда после второго обхода по улице я пришел на щит управления, то увидел Топтунова. Резко спросил его: «Ты почему здесь?» Он ничего не ответил и показал нал под мышкой. Я подумал, что он пришел забрать журнал. Оказывается, остался. Акимов получил, конечно, более серьезную дозу, потому что он выходил в помещение блока, а Бабичев пришел что-то около 5 часов. Но и у него доза бы уложилась в пределах 200 бер. Оба они остались и участвовали в подаче воды на реактор. Там и лучили летальные дозы. Никакого разговора о чьей-либо вине не было ни 26-го, ни позже в первые дни. По крайней мере, при мне не было. Только пытались понять, почему произошло. Все разговоры об этом. Коваленко, начальник реакторного цеха, говорит, что слышал от Акимова в больнице такие слова: «Главный наш прокол — с опозданием нажали кнопку ОЗ. Ошибся, Саша. Не в том причина. И не персонал сделал фатальные ошибки. Очень жаль, как видно, сложным осознанием вины умерли ребята». В Припятской больнице обмерял дозиметрист. Сбросил все свое, помылся, переоделся и в палату. Совершенно разбитый. Сразу на кровать. Спать. Не тут-то было. Пришла сестра с капельницей. Взмолился: «Дай поспать, потом делай, что хочешь». Бесполезные уговоры. И странное дело, после капельницы, что там вливали, не знаю, сна нет. Появилась бодрость и вышел из палаты. У других то же самое. В курилке оживленные разговоры и все о том и о том. Причина, причина, причина. Сказал так: к рассмотрению принимаются самые дурацкие версии, с порога ничего не отметается. И пошли разговоры вплоть до развода по отдельным палатам уже в 6-й больнице в Москве, через несколько дней по приезду туда. Пришла жена, принесла сигареты, бритву, туалетные принадлежности. Спросила, нужна ли водка. Уже прошел слух, что очень водка полезна при большой дозе радиации. Отказался. Напрасно. Не потому, что очень уж она, проклятая родная, полезна, а потому, что оказалось, на долгие 4,5 года отказался. Она, конечно, потеря небольшая, да если добровольно. Все же выпили 26 апреля, не помню уж кому принесли. 26 вечером отправили первую партию в Москву. Мы уезжали в автобусах 27 в 12 часу. Объявили посадку и загласили провожавшие женщины. Я сказал: «Бабы, рано нас хороните». По всем симптомам я осознавал серьезность нашего положения. Откровенно говорю, думал, жить будем. Не для всех мой оптимизм оправдался. Удивительно четко работает сарафанное радио. Сразу за Чернобылем село Залесское вдоль улицы стоят, подперев ладонью щеку женщины с жалостью в глазах. А тут казус: Виктору Смагину стало плохо, а врач в другом автобусе, пришлось останавливаться. До аэропорта без приключений доехали и прямо к самолету. В Москве тоже автобусы подъехали к самолету и в больницу. Там освободили несколько отделений от больных, кого домой выписали, кого в другие больницы. Сначала попал в гинекологическое отделение, но поскольку родить мне никого не удалось, перевели в другое. И только через полгода, 4 ноября, выписался. Теперь принято ругать нашу медицину, и не только медицину. Настолько народ изругался по всяким поводам, что кажется, и оставшись сам собой, человек продолжает сие достойное занятие. Нет, не буду я ругать персонал 6-й больницы. Меня и многих других они перехватывали у костлявой старухи. Зыбкая была грань. Плохонько, но соображал. Думал, конец, когда не могли остановить кровотечение из носа. Только тампоны марлевые меняли. Знакомо мне это, к сожалению. Не могу сказать, сколько времени продолжалось. Мне казалось, что сознание не терял. Но, видимо, было оно какое-то сумеречное, неполное. Однажды я вдруг осознал, что ноги мои и тело мое, и с тех пор уже стал воспринимать себя целиком. Вот из такого состояния врачи вытаскивали нас. А что можно испытывать к медсестрам, которые мягко, но настойчиво уговаривали поесть хоть немного? Может, даже тогда они меня и злили этим: да без еды не проживешь, и кормили с ложки. Нет, девочки не работу исполняли, а выхаживали больного. Спасибо им. Сразу после освобождения мне пришел вызов из 6-й больницы, где и пробыл около 3 недель. Через полгода ездил еще раз.
Совершенно естественным стало немедленное назначение комиссии по расследованию причин катастрофы. Это наиболее знающий и реактор, и станцию, и людей. Кому как не им расследовать причины аварии. Беда в том, что все эти люди заинтересованы в одном и том же, пусть и в разной степени. Поскольку авария случилась столь серьезно, что вина в ней грозила отнюдь не лишением премии, не перерывом или крушением карьеры, а самой свободой, то тут уж не до принципиальности. Честь, совесть, если и были, по боку. Кому они нужны? Создатели реактора в первую очередь заинтересованы в сокрытии истинных причин катастрофы, если они окажутся в самом реакторе. В том же самом заинтересованы и другие. Вот почему от этой комиссии нельзя было ждать объективного расследования изначально. Комиссия Мешкова. Основной вывод комиссии. Наиболее вероятной причиной взрыва явилось запаривание активной зоны реактора с быстрым обезвоживанием технологических каналов вследствие возникновения кавитационного режима работы ГЦН. Взрыв произошел через 42,5 секунды после закрытия пара на турбину, то есть 1:23:46. Все остальное в акте направлено на обоснование этой версии. Люди в комиссии были грамотные, блок знали не понаслышке, не один раз участвовали в расследованиях аварий. Знакомы с расчетами и реактора, и систем, но что-то мешает им видеть явную несуразность вывода. Запаривание и быстрое обезвоживание. Авторы не объясняют, когда оно началось, что значит «быстрое». Если это непосредственно перед взрывом, то к тому времени стержни СУС уже вошли в зону по крайней мере на 2,5 метра, и почему это АЗ не заглушило реактор? Если в момент сброса АЗ и надо полагать именно поэтому сброшена защита, то как мы усмотрели необходимость такой акции? Ведь только через 3 секунды появились сигналы превышения мощности и быстрого ее роста. Нет и сигнала остановки ГЦН. Главного циркулярного насоса. И по каким таким мистическим причинам могло сорвать насосы, запитанные от выбегающего генератора? Для них-то условия нормальной работы были вполне обеспечены, и даже при срыве другой четверки насосов их было вполне достаточно для охлаждения активной зоны при мощности 200 мегаватт. Почему именно срыв насосов комиссия решила выставить причиной аварии? Я говорю выставить, ибо ни на минуту не сомневаюсь, что действительные причины аварии комиссии, может за исключением кого-то, были ясны с самого начала. Комиссия искала не причины аварии, она искала пути наиболее приемлемого показа, и наиболее приемлемым посчитала срыв ЦН. Дело в том, что после снижения мощности реактора расход насосов возрос и у 2-3 из 8 превышал допустимый для такого режима. Оператор Столярчук просмотрел, может и видел, да не успел снизить, занятый другим. Есть нарушение регламента персоналом, остальное дело техники. Могло при таком нарушении сорвать эти насосы? Могло. Не было? Неважно. Виновен оперативный персонал. К этому хочу сказать следующее, даже если бы и сорвало насосы, то во взрыве реактора виновен никак не персонал. Срыв ГЦН и не 2-3, а всех сразу явление вполне возможное. Так срабатывание главных предохранительных клапанов с последующей непосадкой, особенно на малой мощности, приведет к резкому снижению давления в первом контуре и срыву ГЦН. Неправильная работа регулятора питательной воды может привести к срыву насосов одной половины, чего достаточно для взрыва того реактора, который был. Поэтому реактор должен быть таким, чтобы выдерживал срыв главных насосов. И это задача науки и конструкторов. Еще в проекте все подобные ситуации должны быть проанализированы и приняты все необходимые меры безопасности. Понимала ли эта комиссия Мешкова? Конечно. Но расчет прост. Пока разберутся, пройдет время, и эти, так сказать, недостатки реактора будут устранены. Да и разберутся ли? Что под грифом «секретно», а что и не секретно, то все равно недоступно. Кто имеет доступ и разберется, тому рот закроют угрозой увольнения, а еще хуже – лишением допуска к секретным работам. В атомных делах без такого допуска серьезному специалисту делать было почти нечего. Правда, в дальнейшем, ввиду уж очень явной подгонки фактов, от версии срыва ГЦН фактически отказались. Комиссия Шашарина. Заместитель министра энергетики и электрификации Шашарин подписывать акт расследования отказался.
и группа в составе работников Института гидропроект с привлечением Всесоюзного теплотехнического института и конструкторов ГЦН провела расследование причин Чернобыльской аварии и выпустила документ под названием «Дополнение к акту расследования». Этот документ еще в мае 86-го верно отразил суть произошедшего на блоке, во всяком случае вполне мог стать основой для объективного исследования. В нем убедительно показаны несостоятельность версии срыва ГЦН, проведение эксперимента по программе выбега ТГ не связано с возникновением аварии, глушение реактора автоматически в час 23 минуты 04 секунды, с началом эксперимента ситуации не меняло, и взрыв произошел бы на 36 секунд раньше. Еще в мае 86-го фактически были установлены истинные причины аварии, стоило только подойти к вопросу непредвзято. Сотрудники Института атомной энергетики Волков задолго до аварии отмечал неудовлетворительные характеристики активной зоны реактора РБМК и его СУС, системы управления защитой. Один и совместно с другими вносил конкретные предложения по модернизации, в частности, предлагал вариант быстродействующей аварийной защиты. Не знаю конкретной сути предложений, и потому не могу высказать своего мнения по ним, но те явления, на ликвидацию которых предложения были направлены, должны были устраняться. В течение ряда лет его прямые начальники не принимали никаких мер по реализации предложений. Тогда Волков написал докладную записку директору института, научному руководителю темы РБМК, академику Александрову. Не просто академик. Его резолюция на докладной «Товарища Кичко, срочно собрать у меня совещание». То ли закорючка в подписи не туда завернута, мол, не обращай внимания, то ли другие причины, но совещание до аварии так и не состоялось. Волкову писать больше некуда было, ведь Александров заодно и президент Академии наук. Дождались аварии. Волков передал документы в прокуратуру, так как был убежден и совершенно справедливо, что взрыв реактора произошел из-за его неудовлетворительного качества, а отнюдь не по вине персонала. И тут реакция Александрова была мгновенной. Волкова перестали пускать в институт. Волков вот ведь настырный, пишет самому Горбачеву, по письму создается группа под руководством заместителя председателя Госатомэнергонадзора Сидоренко. Практически она подтвердила негодность реактора к эксплуатации. Интересную приписку сделала группа в сопроводительном письме, что Волков недооценивает указания в регламенте. После осуждения написала я в Центральный комитет жалобу. Были там люди, способные по знаниям разобраться в моих доводах о необоснованности осуждения. Например, Гречный работал ранее заместителем главного инженера станции по науке. Занимался как раз вопросами ядерной безопасности. И что же? Попало мое письмо в ЦК к заместителю генерального прокурора Сороки, утвердившему мое обвинительное заключение. Вот как Волков говорит в одном из своих отчетов о причинах катастрофы. При анализе Чернобыльской аварии выяснилось, большой эффект вытеснителей, большой паровой эффект реактивности, образование чрезмерно большой объемной неравномерности энерговыделения в активной зоне в процессе аварии. Последнее обстоятельство, одно из наиболее важных, обусловлено большими размерами активной зоны, малой скоростью перемещения, неоднородных стержней и большим паровым эффектом реактивности 5F. Все это и предопределило размеры катастрофы. Таким образом, масштаб аварии на ЧС обусловлен не действиями оперативного персонала. Такие, как Волков, видели недостатки и делали предложения по их устранению, но натыкались на глухую руководящую стену. 2 и 17 июня 1986 года состоялось заседание Межведомственного научно-технического совета под председательством Александрова. Расчеты Всесоюзного научно-исследовательского института по эксплуатации АЭС и выводы группы Шашарина не были приняты во внимание, и уж естественно отброшены доводы Волкова. Президент и трижды герой давил всех авторитетом власти. В результате причины аварии были сведены исключительно к ошибкам и неправильным действиям персонала. Вполне закономерным по своей нелогичности явилось заключение правительственной комиссии под председательством заместителя председателя Совета министров Щербины. Комиссия установила, что реактор РБМК имел положительный, быстрый мощностной коэффициент реактивности. Тут же констатирует, что быть таким коэффициент не должен. Надо думать, смотрели в какие-то нормативные документы, но ссылки нет. Если это свойство реактора недопустимое, то далее комиссия устанавливает уже и вовсе парадоксальное, нормальному человеческому уму непостижимое,
свойство аварийной защиты первые несколько секунд после срабатывания вносить положительную реактивность. И каков вывод высокой комиссии? Виновен оперативный персонал. Логика. Разве персонал проектировал активную зону реактора? По его расчетам она формировалась так, что имела положительный мощностной коэффициент? Нет. Разве персонал придумал изуверскую конструкцию стержней? Нет. Так почему же персонал, убитый и покалеченный этим мастодонтом, виноват? В чем виноват и начальник смены Александр Федорович Акимов, отдавший распоряжение привести в действие аварийную защиту реактора в отсутствии каких-либо аварийных и даже предупредительных сигналов? И оператор реактора Леонид Федорович Топтунов, исполнивший это распоряжение, ни в чем, конечно. Как можно обвинять оператора по необходимости или без нее нажавшему кнопку АЗ? В любом случае, с признанием факта взрыва реактора АЗ по нормальной, неправительственной человеческой логике, с оператора должны быть сняты какие-либо обвинения. В стране выпускается оборудование без соблюдения стандартов. Об этом и писать-то перестали. Теперь правительственная комиссия своим заключением узаканивает это. Решения принимаются такие, как надо, по мысли авторов, для пользы, но, конечно же, народной. О справедливости тут думать не досуг. Решение Межведомственного технического совета по причинам катастрофы, продиктованное создателями реактора, понятно, защищали собственные интересы. Менее понятно, почему такое решение нашло столь одобрительный отклик в правительственной комиссии выше. Но и здесь несложно разобраться. Достаточно представить, к чему вело установление и обнародование факта непригодности того реактора. Как наше, так и международное общество потребовало бы немедленной остановки остальных реакторов РБМК, а это 13 миллионов киловатт электрической мощности, не считая Игналинскую станцию. Без ограничений промышленности не обойтись. Два ведущих в стране института по атомной промышленности оказались несостоятельными. Госатомэнергонадзор, призванный не допускать в эксплуатацию негодные реакторы, мягко говоря, прохлопал, а это уже ставит под сомнение не только реакторы РБМК, но и другие, то есть всю атомную энергетику. Какой удар по престижу страны Советов. Все это верно, так это и есть в действительности, но признавать нельзя. Куда проще обвинить персонал. Всего-то несколько безызвестных человек, и вот это заключение правительственной комиссии и принятое затем решение Политбюро открыли дорогу желающим обвинить персонал, и с другой стороны, закрыли возможность объективного расследования. Теперь комиссии, авторы журнальных и газетных статей, авторы художественных и документальных произведений знали, что и как писать о Чернобыльской аварии. Согласно новой государственной политике, Советский Союз вступил на дорогу гласности и открытости, поэтому в МАГАТЭ были посланы специалисты во главе с академиком Легасовым для информации международного сообщества. Так называл один из информаторов доктор Шуленков. Советские информаторы в МАГАТЭ эта комиссия уже отказалась от версии срыва ГЦН, сохранила направленность на обвинение персонала. Отсутствуют в отчете какие-либо расчеты и ссылки на них. Даются качественные объяснения, притом довольно произвольные. Эксперты МАГАТЭ стали также жертвами информаторов. Вскоре после сообщения советских специалистов в тесном сотрудничестве с ними Международная консультативная группа по ядерной безопасности при МАГАТЭ выпустила доклад по Чернобыльской аварии. Ее причины изложены в двух разделах. Первый для рядового читателя, второй почти повторяет первый, но с техническими подробностями для специалистов. Доклад я впервые прочитал в октябре 90-го года. Удивился, как это, надо думать, опытных воробьев провели. Не делая полного анализа доклада, написал по второму разделу замечания и направил письмо директору МАГАТЭ Блинксу. В письме поставил вопросы, явные ответы на которые показывали несостоятельность изложений в докладе версии аварии, а также то, что по докладу вполне прозрачно просматриваются уж очень лохматые физиономии операторов. В ответном письме господин Бликс признает за нами и человеческие качества, как он пишет: «Мужество и преданность вашей группы во время и после аварии, безусловно, не являются качествами невежественных упырей и троглодитов, и это признано во всем мире. Благодарю вас, господин Бликс. И все же лучше и куда полезнее, чтобы люди вашего агентства были способны критически оценивать свои позиции с учетом ставших им известных новых сведений,
К сожалению, такого желания и способности я не усматриваю в ответе председателя Международной консультативной группы по ядерной безопасности Кауца. Я в письме указал, что по расположению стержней мы ничего не нарушили, на что господин Кауц реагирует так. Независимо от того, сыграла ли конфигурация стержней важную роль в аварии и была ли она в то время допустимой в соответствии с правилами, действия, приведшие к этой ситуации, были рассчитаны неправильно. Вот как, товарищи и господа ученые, кое-как в кабинетах с вычислительными машинами докопались, а оператор это должен был мимоходом сообразить. Оказывается, не только по советским меркам, но и по критериям Запада, по правилам ты действовал или нет, все равно виновен. По этому поводу профессор Дубовский сказал, они, то есть эксплуатационники, могли бы избежать аварии, если бы знали о реакторе больше научного руководителя. А заключение ответа господина Кауца очень мне знакомой формы. У нас нет оснований для того, чтобы менять свою точку зрения. Авария произошла в результате неудовлетворительной эксплуатации, независимо от того, какие причины лежали в ее основе. Информаторы оклеветали персонал, группа господина Кауца повторила за ними на весь мир. Мне по простоте душевной кажется, что если персонал оболгали одни, то это вовсе не дает права другим делать то же. Я указал, в чем авторы доклада обвиняют нас необоснованно. Не прошу мне верить на слово, проверьте. За слова свои вы отвечаете или нет, я не академик, не международный эксперт, я бывший зэк, и потому говорю только слова, которые могут подтвердить документами или общетехническими неоспоримыми сведениями. За свои слова отвечаю. Еще из мероприятий, которые сразу после аварии стали осуществлять на оставшихся реакторах РБМК, специалисту ясно, что тот реактор не подлежит эксплуатации. После появились и другие документы. А господин Каут все говорит о неудовлетворительной эксплуатации, независимо от того, какие причины лежали в ее основе. Как ученый, вы вправе бесстрастно констатировать действия и квалифицировать эти правильные, эти неправильные. Только не надо персоналу приписывать нарушения, им не сделанные. Уважаемый читатель, хочу надеяться, что в какой-то мере я пояснил причины закрытия материалов по аварии. Люди, которым это надо, были и есть, и они влиятельны до сих пор, и оказывается их совсем немало. В Советском Союзе аварии из-за плохого оборудования не происходит. Возьмите газеты с сообщениями об авариях в любой области. Виновен мастер, диспетчер. Уж вовсе крупных авариях, катастрофах виновен капитан, директор, а взрыв близ города Уфы, не знаю, как сказать, поездов или трубопровода, целая река опаснейшего продукта и традиции 900 лохматых годов. Чего стоят задвижки через 5 километров без автоматики? Председателем комиссии по расследованию Уфимского взрыва был Ведерников, тоже заместитель председателя Совета министров, как и Щербина. Со слов Ведерникова, корреспондент Кривомазов в «Правде» за 9.06.89 пишет: «В разное время я был вынужден возглавлять не одну такую комиссию и видел, что при всем отличии всех наших бед и аварий, есть у них одно неразличимое сходство». Вспомним, что в Чернобыле существовало целых 4 системы защиты от дурака, и все 4 умудрились отключить. Ну конечно, все так и было. Отключили мы одну систему, вторую, подумали, не взорвемся, давай все отключим. Только вот не было у чернобыльского реактора ни одной защиты от дурака, хотя и должна быть. Дважды писал я «Правду» и, как говорится, ни ответа, ни привета. Писал, где можно проверить мои слова, но у нас так. Можно, подходя, людей обливать грязью и потом изображать на лице невинность. Теперь поговорим немного о личностях. Академик Александров. Безусловно, заслуживает особого разговора. В 1986 году президент Академии наук Советского Союза, директор ИАЭ, научный руководитель темы РБМК, изобретатель. Он имел прямое отношение к катастрофе 26 апреля 1986 года. Может статься, я буду пристрастным к нему здесь, ибо убежден, что именно промыслом академика Александрова я потерял здоровье и стал зэком. Будучи изобретателем реактора и научным руководителем, он не обеспечил нужного качества. Как президент, как директор института, как председательствующий на заседаниях Межведомственно-технического совета, направил расследование по ложному пути. Академик Легасов. Согласен, правила о мертвых или хорошо или ничего надо соблюдать. Но все же не вижу большого греха, поскольку сам академик его не придерживался. Не хочу говорить о работе Легасова по ликвидации последствий аварии. В последнее время появились высказывания о ошибочности некоторых принятых в то время технических решений. И почему это Легасову надо приписывать неверные решения,
Он один, что ли, там был? Легасов по специальности не реакторщик. Конкретно энергоблоки он не знал и, верю, конкретно в той круговерти мог не разобраться. В силу характера доверился другим. Но это ни в коей мере не оправдывает и не объясняет его подписи под заключением правительственной комиссии деятельности в МАГАТЭ. Он занимался вопросами безопасности производства вообще. При всей специфике химических, нефтяных или атомных предприятий, вопросы безопасности имеют и много общего. Нет, не мог академик Легасов не понимать, что обвинение персонала в таком взрыве неправомерно. Не мог он не понимать, что если реактор взорвался в самых обычных условиях, без каких-либо природных катаклизмов, следовательно, он не имел права на существование. Не могут, не должны реакторы взрываться с выбросом громадных количеств радиоактивных веществ в окружающую среду. Поэтому я уверен, упоминание о нормативных документах в заключении нет сознательно. И главным ответственным лицом за это является академик Легасов, наряду с председателем комиссии Щербиной. Легасов никакой личной вины не несет за реактор РБМК. Вообще к его существованию до аварии не имел отношения. Своими подписями он прикрывал чужие грехи, прикрывал сознательно. На что бросил свой авторитет ученого? Кто на него давил? Этого мы не узнаем. Нет, не всемирную славу принес Легасову его доклад в Вене на конференции в МАГАТЭ. Он, видимо, понял это. Хотел бы додумать, что ошибался академик, не разобрался в причинах катастрофы, потому что уж больно грустно думать противное. До чего дожили? Не могу, не получается, элементарная логика не дает. И уход из жизни Легасова именно в годовщину Чернобыля говорит о том же. Но я его не к мафии отношу. Этот человек имел совесть. При каких-то обстоятельствах пошел на жестокий компромисс с совестью и не выдержал. Отбор продолжается. Выбиваются так или этак последние имеющие человеческие качества. Суд как суд. Обычный, советский. Все было предрешено заранее. После двух заседаний в июне 86-го МВТС под председательством академика Александрова, где доминировали работники Министерства среднего машиностроения, была объявлена однозначная версия о виновности оперативного персонала. В 6-й московской больнице я пробыл полгода и выписался 4 ноября 86-го года. Обычно чернобыльцев после выписки из больницы отправляли на 2-3 недели в санаторий. Просился и я, чтобы в случае чего вернуться в больницу. Отказали. Причину понял немного позднее. Оказывается, следствие уже неоднократно домогалось до моего ареста. 5 ноября приехали с женой в Киев, но у следствия, видимо, что-то изменилось. Дали пожить дома целый месяц. Это хорошо. За месяц я научился немного ходить. На 10 минут сократил время прохождения вокруг квартала. Но тут меня остановили. 4 декабря почти на 4 года переместился на казенное жилье. Самый бесправный из заключенных – это подследственный. Все зависит только от следователя или по окончании следствия от судьи. И это переносится тем более трудно, что ты еще не осужден, тебя еще никто не лишил формально гражданских прав. После суда легче и морально, и физически. Круг твоих обязанностей, и пусть небольших прав, оговорен правилами внутреннего распорядка колонии. И ты не ограничен 4 стенами. Хоть по локалу можно походить. Каждый барак в зоне дополнительно огорожен. Это и есть локал. Конечно, я и раньше замечал, что листья на деревьях зеленые, и радовался им особенно весной. Суд проходил в Чернобыле с начала июля. Практически год не видел зелени. Уж не помню, видимо, прошли дожди и умыли деревья. Какая же изумрудная была листва на деревьях, ни единой желтинки. Пойти бы потрогать, а тут охрана. Шаг влево, шаг вправо считается за побег. Не ценим мы доступные, только потерявши плачем. Этапы. Для меня это кошмар. Нет, мне не привелось ехать по 30 человек в купе, но и 15 многовато, да все курят. И этапы вовсе не длинные. Киев-Полтава, Полтава-Киев. Правда, не надо думать, что Киев-Полтава так и есть. Сели в Киеве и приехали в Полтаву. На самом деле, почему-то высадили в Сумах, хотя поезд шел в Харьков. Потом в Харьков привезли. Очень там хорошие пересыльные камеры, и по метру квадратному на человека не приходится. Все три мои этапа закончились длительной болезнью. И последнее, очень угнетало меня сознание того, что я посажен в тюрьму. Сам факт. Видно, человек я старомодный. За время советской власти люди отучились стыдиться судимости. Хватали и бросали за решетку за что и ни за что. Про Колоски и 58-ю статью не буду говорить. Согласно медицинской справке, допрашивать меня можно было не более 2 часов в сутки.
Фактически допрос и ознакомление с делом длили 6-8 часов. Но это не было давлением со стороны следствия. Мне самому хотелось быстро получить ясность. Я стремился к суду, а он все откладывался дальше и дальше. Декабрь, январь и февраль для меня прошли в допросах. Ознакомление с материалами и потом осмысливание их. И потому меня не тяготило содержание в следственном изоляторе. В дальнейшем мне стало непонятно. Общественной опасности я не представлял, следствие закончилось, и повлиять на показания свидетелей я не мог. Они и без того на суде изменили показания, поскольку к июлю 87 года многим стала ясна неправомерность обвинения персонала. Свидетели знали, какие меры принимаются по модернизации оставшихся реакторов, осмысливали и делали выводы. Я и сейчас убежден, что содержать меня под стражей до суда не было никаких причин. Да, конечно, на свободе я мог бы яснее понять причины аварии, но разве это во вред истине? Только в процессе суда я понял, что судья к истине никак не стремился. Она ему вовсе ни к чему. Судья Бриза объявил, что вопросы экспертной комиссии надо подать в письменном виде. При тусклой лампочке, упрятанной за частой решеткой, я написал 24 вопроса. В большинстве они были направлены на выяснение соответствия реактора документам по ядерной безопасности, ПБЯ и ОПБ. На завтра судья, видимо, посоветовавшись с экспертами, все мои вопросы отклонил. Почему? А очень просто. Хотя открытый суд состоялся в закрытой зоне, но были в зале и эксплуатационники, которым требования ПБЯ и ОПБ ясны, а они на реакторе не соблюдены. Нет, это на решение суда, я уверен, никак бы не повлияло, но некоторое неудобство могло создать, может и большое. На первом же допросе я указал на необоснованность обвинения персонала в нарушении регламента по поводу блокировки АЗ. Вы думаете, повлияло? Ничуть. Не бывало. Судья на процессе все домогался, кто приказал вывести защиты. И когда Ельшин и другие свидетели ответили, что по их мнению, согласно оперативной дисциплине, Акимов не мог сам вывести защиты, судья делает вывод, приказал Дятлов виновен. Любые показания свидетелей в пользу обвиняемых в суде не находили понимания. Следовало давление на свидетелей со стороны прокурора или судьи, а то и тандемом. Кто выдерживал? Дик, Казачков? Судья, член Верховного суда Советского Союза, прокурор, начальник управления прокуратуры СССР по надзору в судах. Кто мог их остановить излишним рвением? Какое, казалось бы, имеет значение мнение Дика о Дятлове? Но прокурор прямо пригрозил разобраться, кем Дик работает, когда он высказал о Дятлове благоприятное мнение. И кому не ясно, что угроза прокурора в генеральском звании и должности не безобидная шутка. Надо отдать должное руководителю следственной группы Потемкину. Конечно, он выполнял и выполнил задачу по обвинению персонала. Не сделал бы он, сделал бы другой. Вместе с тем в судебном деле оказались материалы, вовсе не подходящие для обвинения. Их могли и не приобщать к делу. Эти документы помогли мне разобраться в причинах катастрофы. И фактически с января 87 года мои взгляды никак не изменились. И практически ничего нового из последовавших затем отчетов я не извлек. В то время меня интересовали только причины, вызвавшие взрыв, первую фазу неконтролируемого разгона. Последовавший затем второй взрыв и его причины меня и сейчас не очень-то интересуют. Я построил картину взрыва, которая сейчас приходит большинству объективных исследователей. Первую жалобу после осуждения написал на имя Горбачева, как генерального секретаря. Понятно, я не рассчитывал, что письмо до него дойдет, но не ожидал и такого, что оно будет из ЦК направлено заместителю генерального прокурора Сороке, который и утверждал обвинительное заключение. Лучше не придумаешь. Ответ, полагаю, не требует комментариев. Вообще-то из заключения можно писать сколько угодно жалоб, прошений, без каких-либо результатов. Не признавая себя и персонал виновным во взрыве, писала и я, писала и ходила жена, она-то могла ходить в отличие от меня. Никак не мог я смириться и провести остаток жизни за решеткой. Заключение меняет психику человека. Вся жизнь говорит: «Оставь надежду всяк сюда вошедший». Я со страхом иногда сподхватывался, что прожил несколько дней, считая эту жизнь нормальным. То есть не то, что нормальной, а просто не задумывался о ее ненормальности. Болото это вполне может затянуть, и тогда парализуется всякое желание что-то делать для освобождения. И сиди хоть 10 раз невиновный, никто из правоохранителей не вспомнит.
При условии, что мне постоянно писали письма, кроме жены, родственники, знакомые, сокурсники по институту, постоянно будоражили сознание. Зэку все плохо. Есть письма, свидания плохо, нет, еще хуже. После свидания с женой я несколько дней приходил в себя, а не будь его, то и не знаю, как бы чувствовал себя. К счастью, меня не лишили свиданий. В общем, мне не давали заснуть, забыть, что естественное состояние человека – быть на свободе. Только человек на свободе хлопотами может что-то сдвинуть. Таким ходоком у меня была жена. В самые немыслимые инстанции ходила, к разным людям обращалась. Наконец-то все-таки подействовало, освободили. Многие за меня просили, назову только одного, светлой памяти Сахарова, глубокая моя благодарность. Надо констатировать, посадили меня в 87-м, при любом правителе, а вот освободили только при Горбачеве, при другом правителе едва ли. И все-таки не благодарю, не потому что принято теперь правителей облаивать, просто не прикину, как бы это можно было сделать. Спасибо, что только 4 года ни за что продержали в заключении, а не отмеренные 10. Явная двусмысленность. В четверг 27 сентября 90 года вечером я сидел в библиотеке, читал законченную статью «Огонек» по поводу интервью Александрова в этом журнале, так и не напечатанную свободной прессой. Пришел Витя Чистяков, зоновский радист и киномеханик. Сказал, что по радио сообщили о моем освобождении. После и другие говорили. А в пятницу вызвал начальник колонии Хижняк и тоже сказал. Тогда я и поверил. Естественно, на основании сообщений и телефонных звонков начальник освободить не мог. Каждый зэк пронумерован, заинвентаризирован и прошнурован. Освободить можно только по документам. И начальник, сколь можно, сократил мое пребывание в зоне, позвонил жене. Чтобы не спугнуть капризную фортуну, я не проявлял никаких внешних признаков. Не собирал шмотки и даже внутрь не пускал никаких мыслей. Как говорится, мы не суеверные, но зачем рисковать? Единственное, что сделал – отвальную. Сам ты думай, что хочешь, а ритуал соблюди. Ну, чаю у меня было достаточно, кое-какая еда, сигареты. Нормально. Выпивки жалко не было. Вообще, будущим зэкам советую – попал в тюрьму, в зону, прими правила поведения. И не внешне прими, а внутренне. Игра не пройдет. Зэки на общем режиме часто мыслят довольно примитивно, на усиленном и строгом режимах люди серьезные, но в чем-то изощренные. Будь хоть трижды невиновен, в зоне значит зэк, от твоих бед никому нет дела. Каждому свой срок велик. Не выказывай своего интеллектуального превосходства, если оно даже не мнимое. Это позволит избежать ненужных конфликтов и с зэками, и с администрацией. В понедельник, как обычно, пошел на почту, в поселок, за газетами и журналами. Встретился зубной врач Анатолий Данилович и, показав на папку, сказал: «Привез твое освобождение». Вот тут и ёкнуло сердечко. Принес газеты, раскладывать по отрядам уже не стал. Побросал в рюкзак документы, их понабралось, и несколько книг. Тут пришли, с вещами на выход. Но это не тот возглас ни по интонации, ни по содержанию, что выталкивает на этап, хотя слова те же. Витя Чистяков поднес рюкзак до проходной, а там только вышел из зоны, стоят жена и Слава Орлов. Это уже свобода. Приоделся, на память захватил с собой рубашку с биркой и головной убор с романтическим названием «Пидерка». 3 года и 10 месяцев из жизни псу под хвост. Здоровье отняли, мало им показалось. Реактор не отвечал требованиям более 30 статей норм проектирования, более чем достаточно для взрыва. Можно по-другому. Реактор перед сбросом защиты был в состоянии атомной бомбы, и нет ни единого, даже предупредительного сигнала. Как об этом мог узнать персонал? По запаху, на ощупь. 26 апреля произошла в результате совместного действия АЗЭ из-за ошибочной конструкции ее стержней и положительного быстрого мощностного коэффициента реактивности. В других ситуациях каждый из этих факторов в отдельности мог привести к аварии. Бывший зам главного инженера Анатолий Дятлов, Украина, Киев, 1995 год. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.